было, что ни с кем ты не была, и что я первый, кому ты дала. Ты робко на мою купаечку легла, при этом не забыв раздеться догола. Пока осуществлялся половой контакт, как говорил Семен Давыдов, это факт. Меня ты наградила парочкой ушей, свой наглый хавальник ощерив до ушей. Ой, ты моя ядрёна вошь, за что меня ты так грызёшь, что хоть немного успокоить эту душу, а я возьму и дам, да почешу. Ой, ты моя ядрёна вошь, твоей хозяйке я устрою дебош. Кто подарил мне эту душу, я ту подругу задушу. Теперь с тобой мы родственники по вшам, поговорим на эту тему по душам. Ведь насекомые мои твоим родня, и ты за это, блядь, попляшешь у меня. Они засели мертвым грузом между ног, и ни одной из них я сковырнуть не смог. И не досталось во фос или бензин, куда несутся дефицит один. Ой, ты моя ядрёна вошь, за что меня ты так грызёшь, чтоб хоть немного успокоить эту душу, а я возьму и дам, да почешу. Ой, ты моя ядрёна вошь, твоей хозяйке я устрою дебош. Кто подарил мне эту душу, я ту подругу задушу. Давно попили алкаши, ну а бензина не хватает для машин. Если средство лучше серо-ртутная мазь, но она тоже куда-то подевала лазь. Эй, пацаны, у кого есть эта мазь? Ну дай хоть грамм, чтобы отравить эту мразь. Не дайте грешной душе моей пропасть, эх, навалилась на меня напасть. Ой, ты моя ядрёна вошь, за что меня ты так грызёшь, чтоб хоть немного успокоить эту душу, а я возьму и дам, да почешу. Ой, ты моя ядрёна вошь, твоей хозяйке я устрою дебош. Кто подарил мне эту душу,